Всем привет, с вами Оксана Дереза, и сегодня у меня видеообзор вот такого замечательного набора от фирмы Landsuite. Этот набор приехал ко мне из магазина «Мир вышивки», и вы знаете, меня все спрашивали, как же так, что закончится совсем промокод в октябре месяце на первую покупку в магазине. Так я хочу вас порадовать, «Мир вышивки» продляет действие этого промокода и будет предоставлять 10% скидку по промокоду Оксана Дереза на ваш первый заказ в магазине до 1 марта 2019 года. Так что все здорово, замечательно. Но новость, я думаю, хорошая и порадует вас, особенно тех, кто мне писал и спрашивал. Давайте мы посмотрим на этот замечательный наборчик. Я, честно говоря, еще ни разу ни одного набора от фирмы Landsuite не вышивала. Все, наверное, думают, что в основном у них детские сюжеты такие, всевозможные зайчики, ежики, феечки, но вот это не так. Итак, откроем упаковочку и посмотрим, что же здесь внутри. Уже мы установили с вами еще в прошлом видео, что сложность работы здесь четверочка. Уровень довольно сложен, но из-за обилия бэкстича. Хотя на первый взгляд его здесь и не видно. Вот если посмотреть хорошо на превью, то бэкстича вроде как бы и вообще не видно. Давайте же посмотрим, что нас ожидает в наборе. Сама волнуюсь, открываю первый раз. Уже вижу, что довольно такие большие формата А3 листы схемы. Сейчас мы поподробнее на ней остановимся обязательно. И молочного цвета, такая вот кремовая цвета канва. Давайте посмотрим поближе ее. Оверложенная, кстати, посмотрите. Канва оверложенная, вколотая иголочка, которая держит все. Вот. Как приятно, что вот производитель настолько заботится о вышивальщице. И вот, пожалуйста, конвейер вложенный. Это очень здорово. Мне уже нравится. Очень приятный цвет. Кстати, я что-то не обратила было внимания, какого цвета канва, но ее не видно в наборе. Не хотела, чтобы была белая. И вот, пожалуйста, это здорово, что она не белая. Нитки. Ну, нитки здесь ДМС. И на органайзерах ДМС вручную собирается. Вот здесь, видите, вручную подписаны номера. Меня так это всегда трогает, то что вручную. Вот я как-то видела тоже, по-моему, тоже у какого-то производителя я видела, что вот вручную подписаны они. Достаточно хорошая длина ниток, посмотрите. И давайте посмотрим нарезку. И нарезка, да, практически она такая вся ровная нарезка, если взять вот так один органайзер, то нарезка ровная, получается длинная. Цвета очень красивые, очень красивые. Я очень люблю вышивать такими цветами. Посмотрите, какая красота. И их у нас получается цветов 25, если я не ошибаюсь. Посмотрим же, сколько символов будет в данной схеме. Итак, уровень здесь у нас сложный просто идет. Схема, она такая, я бы сказала, не цветная. Не разноцветная, да? То есть она цветная, но не разноцветная. И вот печально только то, что хотя нет, все хорошо на самом деле. Смотрите, с одной стороны идет схема, которая без бэкстича, а вот на обратной стороне идет схема с бэкстичем. Причем, кто любит, как я, разрезать, может разрезать все это дело и склеить, и вышивать по склеенной. Но это можно не делать, так как здесь целых три ряда крестиков идет с переходом на следующую страницу. Кто, допустим, не любит, чтобы были ровные какие-то границы, можно здесь сделать
границу. И если вот крестиковая схема, да, для крестиков, для... то здесь значки двухцветные, хотела сказать, черные и красные. То есть бэкстич обозначается тремя, по-моему, цветами, нет, четырьмя: зеленый, красный, синий и черный. И что мне вот приятно, бумага, во-первых, плотная, очень плотная, выдержит, я уверена, любую работу, как бы долго она ни длилась. Это тоже приятно. И мне интересно, где же ключ. Угу. И вот нежданчик совсем меня ждал, а ключ-то оказывается на обратной стороне титульного листа. Так, угу. Очень интересный ключ. Символ квадрата означает, что нужно соединить одну нить номер 3 с органайзера 1 и одну нить номер 13 с органайзера 1. Это так бленд они обозначают, да? Угу. Как интересно. И, ну, и по образу и подобию все остальные символы. То есть вот так это идет. То есть бленды у них обозначены очень интересным способом таким. Получается, что если бленды здесь указывается, то вы просто смотрите, вот здесь вот количество нитей, пожалуйста. И вот что, есть бленд из 4 нитей. Это очень интересно. Это номер по... То есть это количество нитей. А, нет, это органайзер. Это органайзер. Это органайзер 1, это органайзер 2. Дальше идет по пунктам номера ниточек. Дальше все в 2 нити вышивается. Все вышивается в 2 нити, поэтому если бленд, то одну нить одного цвета, одну нить другого цвета берем. И полукрест. Полукрест тоже идет. С блендами есть. Угу, то есть смешанные. То есть вот здесь идет, допустим, это вот две нити одного цвета, как говорят, их солиды, да, а вот это все бленды. Достаточно такой интересный ключ, ни разу такого не встречала. И вы знаете, что мне будет очень. Мне так интересно, мне так хочется попробовать его уже. Все вышивают Новый год, а Оксана цветы захотела вышивать. Как вы думаете, стоит начать или нет? Очень интересный набор. Анютины глазки я очень люблю. Так красиво. Вот. И интересно попробовать нового производителя для себя, как говорится, протестировать. Да? Как мы в прямом эфире с Ларисой Карташовой говорили. Тестировать мы любим с ней наборы. И производителей. То есть решать для себя, классно, не классно, здорово, не здорово. В общем, все. Все мысли у меня возвращаются. Чувствую, что я сейчас закончу видео, но еще не смогу пока расстаться с этим набором. Посмотрим, что же с ним все-таки делать. Начать, попробовать, впечатления свои какие-то составить или все-таки отложить. А вы как думаете? Ну что ж, на этом у меня, пожалуй, все. Надеюсь, этот обзор вам был интересен и полезен. Желаю вам творческого вдохновения. Пусть вышивка приносит вам только удовольствие. С вами была Оксана Дереза. Пока-пока.